Так, мы проснулись. Идем на улицу. Так, сегодня поговорим о территории. Так, ну, в принципе, вы все видели, где наши лисы выгуливаются. Так, ну, требования. Что такое вообще идеальная территория для лис? Это она должна быть разделена на две части. На две части. Территория с твердым покрытием. Ну и всю с твердым, конечно же, не сделаешь. Ну и какая-то иная с газоном. Так, почему с твердым? Потому что лисы очень большие любители копать норы. И вы, в принципе, их от этого дела никогда не отучите. Все равно, если останутся бесконтрольны, они будут копать. Так, какая все-таки должна быть минимальная территория? Территория с твердым покрытием. Ну, вообще, вот здесь у меня около 50 с вольером с этим, который я так и не доделал, потому что, ну, не нужен он лисам у нас. Так сложилось все. Это около 50 квадратов. Этого мало. Ну, по крайней мере, я не люблю, чтобы лисы, ну, как бы мучились на маленькой территории. Я считаю, что минимум должна быть с твердым покрытием, чтобы они нормально выгуливались. Это 100 квадратных метров. Но я сделаю все-таки в следующем году 150. Просто вот эта вот территория, вот эту вот я продлю дальше до того забора. Будет 150 квадратов. Для чего это нужно? Просто-напросто, чтобы не висеть здесь с ними вечерами, днями или когда там еще. На этой территории можно их будет оставлять, а потом в свободное время когда-то выходить. Чтобы с ними поиграть, побегать, т.д. и т.п. Так, территория вообще у нас здесь у них около что-то 4 с чем-то сотки. Но мы сейчас еще для них делаем, ставим дальше забор. Короче, еще производим земельные работы. Будет у них еще здесь 5 соток. Будет 3 зоны, разделяемые калитками. И здесь у них будет еще к тому же 5 соток, будет пруд, водопад, как-то так. То есть плюс добавим еще 100 квадратов территории с твердым покрытием, и тогда будет, ну, чтобы лисы не будут нас напрягать, и всем будет комфортно проживать на этой территории. Как-то так по территории. Так, еще хотелось бы попросить подписчиков, чтобы оставляли комментарии, ставили лайк. Канал существует только за счет лайков и ваших комментариев. Так что большая просьба. Как-то мы просили, обращались, вроде бы схватились, взялись, а теперь опять это дело забросили. Большая просьба, кому нравится наш канал, ну все-таки поддержите. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Так, как-то так про территорию. Про территорию, возможно, какие-то вопросы будут. Если что, задавайте, будем отвечать. Что вы? Слушаете? Да. Не любят равномерную речь, не любят, не любят. Или ласковую, или... А так не любят. Так, пока все.